Все, запись пошла. Запись пошла? Тихо, тихо, тихо. Тихо, стой. Леночка, стой. Алик, я. Подъедь, ты можешь чуть-чуть дать? Не надо, он может кинуться. Да не кинется, он ест дерево. Да ест. Это вот, сейчас только что мы видели лисичку, а теперь мы видим медведя. По дороге в Сукар мы видели зайчика. Да, по дороге в Сукар мы видели зайчика. Офигеть. Комария, мама дорогая. Мишенька, как жалко, что у нас нет тебе чего покушать, да это. Ну все, пока, Мишутка, пока. Ой, блин, вообще, стой, стой, стой. Ну дай немножко назад. Да ты что, я боюсь. Дай, да чуть-чуть, да, дай. Нет, 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 Алекс, ты что? А те уехали уже? Офигеть. Я тебе говорю, что тоже был медведь, Лен. Да я тебе клянусь. Я первый раз вижу медведя. Так у людей как мечтают увидеть, господи. Алик, я первый раз вижу так медведя. Вообще же. Представляешь, он прямо на нашей дороге медведь. Да что вы говорите? Ужас. Да что вы говорите? Офигеть. Вон, ну, вон, вон, посмотри, он рядом с нами был. Да вообще что, зачем ты? Вон, зеркало снимай. Да вон же, вон же. Зеркало снимай, не видно зеркало уже. Вон, что там сзади тачка сейчас сидит. Представляешь, мы просто ездим, мы просто медведь. Так, какой километр-то у нас приблизительно? Это сейчас у нас какой район с тобой? Причем с нашей стороны медведь. Так, ты не скажи, это какой сейчас у нас приблизительно километр? Я понятия не имею, что вот, Алекс. Блядь, что мне прятан, блядь? У меня ноги трясутся, посмотри. Я не могу сцепление выжимать, ты понимаешь? Я вообще в шоке. Давай мы подальше отъехали, давай мы выйдем. Куда? Зачем? На улочку. На улочку давай. Да. Стой, я выключаю. Не-не-не, не выключай. Да. Почему? Да, мы будем, блядь, посмотрим реакцию тех водителей. Посмотри, там машина есть. Блядь, мы если что, успеем быстренько запрыгнуть и тащим. У меня руки трясутся, у меня все трясется. В принципе, пока он побежит до нас, мозг не может скачать. Да что вы говорите, прям на вас побежит. Блин, жалко, там тачка едет, они шоки, понимаешь? Они видят его тоже, да? Вон он стоит на дороге, вот, Лен. Да. Смотри, там машина, офигеть. Так он стоит, вон он на дороге еще так и стоит. Он ест, берется эту молодую. Сделай приближение хорошее. А как, Лен? Я не знаю, как это сделать. Убежал, убежал. Видела, убежал? Да, да, да. Блин. Поехали.